Звуки классической музыки. В историческом здании МГУ в лучшем университете страны состоялось выступление нового национального симфонического оркестра «Молодежного». Артисты показали программу, которую репетировали несколько месяцев перед тем, как попасть в коллектив. Сотни кандидатов со всех регионов прошли строжайший отбор. На сцену вышли лучшие из лучших. Возраст участников от 22 до 28 лет. «Молодежный оркестр» станет настоящей кузницей кадров для симфонических оркестров нашей страны. Со всей России собраны молодые люди, и все они объединены вот общей идеей, не индивидуальной, а общей идеей достичь каких-то выдающихся результатов. Но вот мы верим вместе с ними, а они с огромной любовью к музыке, и мне кажется, эта любовь может заразить их сверстников, просто молодых людей, студентов. Зал в МГУ был полон, зрители наградили музыкантов щедрыми аплодисментами. Планируется, что с новым коллективом будут работать крупнейшие дирижеры, концертмейстеры и солисты лучших оркестров мира.